И руководствуясь статьями 349-354 УПК, судебная коллегия приговорила Гирюва Константина Максимовича признать виновным в деятельности по созданию преступной организации, руководству преступной организации и входящей в нее структурных подразделений. На основании части 1 статьи 285 УПК назначено наказание и лишение свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего имущества. Его же признать виновным в злоупотреблении должностного лица служебными полномочиями, умышленном бездействии власти, совершенных бескорыстной личной заинтересованности, повлекшей причинение существенных для государства и общественных интересов, а также тяжкие последствия на основании части 3 статьи 455 УК, назначенного наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией всего имущества с лишением права заниматься традиционно-распределительной деятельностью сроком на 5 лет. Его же признать виновным в умышленном вопреки интересам службы с лишением должностным лицом бескорыстной и личной заинтересованности, где исполнен своих служебных полномочий, повлекшим причинение существенных вреда государственным общественным интересам, удовлетворение должностного лица служебных полномочий, а также тяжкие последствия на основании части 3 статьи 424 УК, назначенного наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет. В соответствии с частью 3 статьи 72 УК по совокупности преступления путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначили люди наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с конфискацией всего имущества, с лишением права заниматься традиционно-освободительной деятельностью сроком на 5 лет, с лишением права заниматься поисковой деятельностью сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в пресной колонии в условиях усиленного режима.